конечно, сомневаемся, что она что-то увидит. Но я думаю, кто-то ей расскажет, что мы были здесь и поздравляли ее. Надежда, мой компас земной, а удача разве... Хрущевкой занимайся. Секунду, секунду. Я ничего не сделала. Я ничего не сделала. Объясните на основании чего. Объясните основание. Господа, товарищ, я поеду с вами. Если она будет задержана, так... Статья 5, пункт 4, закон о полиции. Так основание какое? Статья 5, пункт 4. Основание. Вы потом как скажете, что у меня нет моего паспорта? Я бросил, мне остался паспорт, документы остались. А если его никто не поднимет? Вы тоже на основании меня забрали без документов, оставили мои вещи на улице брошенными. Мой компас другой, а удача награда засмелась. А песни довольно одной. Чтоб только о доме мне пелось. Путин! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Цель мерла Украина, ни слова милоля. Вот вторая задержанная. Кто отдает приказ? Дайте мне даже беспокойство. Кто отдает приказы о беззаконном задержании? Представьте себе отца образи. Слушай, митинг устроили. Значит, нету митинга, нету. Да, вот сейчас все, вы их задержим все, пожалуйста. Задержим всех, автобус. Значит, вон женщины пошли, три, видишь, все стоят? Вот там женщины, где? Две женщины пошли, вот по три. Две женщины пошли. Ну вот, ребят. Товарищ полковник, вы там, кстати, украинского журналиста задержали. Какой? Где? Покажи. А вот там девушка такая, темненькая. Где? В автобусе. Ты подонок, выпустил. Колорадный. Где журналист? Где украинский журналист? Где журналист? Украинская правда! Да нет ничего, откуда я знаю. Журналист куда лет? Нет, где ничего нету. Все. Значит, мы имеем задержание журналиста Украины. Сейчас она находится в УВД Сокольник. Когда они твой паспорт нашли, что они? Мы тут, я посольство позвонил уже. Спасибо. Что они тебе хотели? Тебе что? По звонку выпустили. Страшно, да? Серьезно? Страшно, ну да? Перестань, Расскажите. Вас что, били что ли? Мы не били, пугали. Ну просто первый раз. Иди садись рядом со мной. Это же Рашка. Ничего страшного, мне первый раз тоже было страшно. Просто быть активистом в Украине, быть активистом в России – это абсолютно разные вещи. И вот хочется как можно быстрее от этого места, от этого отделения отойти подальше. Вот хочется домой.